В продолжении темы взрыва на шахте в городе Сатпаев. Напомню, в результате несчастного случая на южно-казахстанском руднике ТО корпорация «Казахмыс» один проходчик погиб, второй получил серьезные ранения. Пострадавший в данный момент находится в реанимации. Его состояние расценивается как стабильно тяжелое. На организацию похорон погибшего рабочего компания выделила около 600 тысяч тенге. После расследования происшествия родственникам выплатят компенсацию от 7 до 10 кратного годового заработка при условии отсутствия вины проходчика, передает пресс-служба «Казахмыса».